Всем здорово, сейчас у нас будет матч Tag Team. Как вы видите, это Rey Mysterio и Big Show против Undertaker и Джона Сины. Я буду играть... Нет, я не буду играть за левую команду, я буду играть за правую команду, то есть за Гробовщика и Джонни Сину. Арена пускай бэш будет, какая есть. Нажимаем play. Что-то не хотелось играть за Big Show, Mysterio. Ну, не знаю, Big Show практически ничего интересненького не показывает. А здесь мне не хотелось играть за Сину, хотя ладно. Хотя, да, на больше сказать, наверное, надо, что против Сина мне не хотелось играть. Если вы видели предыдущий матч Hell in a Cell, Rey Mysterio против Джон Сина, то вы поймете, почему я так говорю. Но за гроба всегда приятно играть, и на него всегда приятно посмотреть. Так. Выращиваемся дропкика. Черт. Такие вот панчи, обработчики, и все-таки удачный дропкик получился в районе Мистерио. Блин, Биг Бут все попасть не могу. Так вот, удар локтем. И удачный Биг Бут. Сейчас что-нибудь тогда с Синой сделаем командный атак. О, удастся, нет? Нет, Рэй не дает, но все-таки Сина захватывает. Захват. Звучит как-то тавтологично. Захватывает захват. Ну и ладно, в общем, мы сделали Чопра и Мистерио. И DDT. Отлично. Мне кажется, еще немножечко и у нас будет сигнатурка. Так. И... Ну да, есть сигнатура, но для уверенности Big Boot сделаем. И Choke Slam. На! Четко. Ну и теперь что? А, теперь реверсирует Rey Mysterio. И будет ли? Да, Last Ride сейчас состоится. Кинем в Big Show, лови Big Show. Ну, конечно же, вниз бросает Undertaker соперника. Сина что-то выбежал. Убежал, опять прибежал, но я не буду делать удержание, чтобы матч такой быстрый был. Подождем еще Big Show. DDT. Ты че? На! Вылетел у нас Big Show. Сделаем что-нибудь командное с Синой. Все-таки. Джон, иди вон туда, в угол. Аришвип. А нет, не в угол получилось чуть-чуть. И бэкдроп. У нас есть сигнатура, как вы можете видеть. Сделаем, наверное... Old school. Так, Рэй, Old school тебе сейчас сделаем. Нет, все-таки чок слэм. Отлично, и... Так, я делал... Во, да, вот, Hell's Gate сейчас будет. Отлично, ну, Big Show помешает явно нам. Я поменял Hell's Gate, по-моему, на... Вместо Том Стоуна его, по-моему, поставил, не помню. Так, прыгать лучше не надо. Потому что Мистерио спиной кверху лежит. Лежал точнее, он перенаправляет наш Irish Whip. Но я хотел все-таки его к нам в угол засунуть, чтобы сделать что-нибудь командное с Синой. И не знаю, что там в командном арсенале у нас будет с Джоном. Ну, Рэй, видимо, побежал передавать тег Big Show, ну и ладно. А я просто так не буду передавать. Блин, Irish Whip. Черт. А, что, мне будет чокслэм, что ли? А ты гонишь? Блин, мне чокслэм сделали. Ну все. Попал Big Show. Без чокслэма от Undertaker он сегодня точно не уйдет. Но сначала мы его Синой тогда порубим немного. А то Undertaker, видимо, устал. А-а-а. Сейчас будем реверсировать бесконечно, наверное. Так. Ждем, когда станет Big Show, и вот так вот умеет Джон Сина. Солдат. Джон Сина у нас, оказывается. Кинул Зигу. Так, сейчас кинем Big Show назад. Типа вот такой бросочек. Нормально. Ну что, Undertaker'у передадим? Нет. Все-таки не хотят наши соперники сегодня принимать командные приемы от нашей Тимы. Then he tosses his opponent to the ground.
Снова уворачивается Биг Шоу. Блин. Шолдер блок. Да блин, панчи такие по животу, что ли. Вот, удачная решит, но сильно я запульнул что-то Биг Шоу, он не остался в углу стоять. Сейчас снова перебросим его назад. Я тогда просто так передам Биг Шоу, ой, тег Гробовщику. И сделать нужно нам чок слэм. Биг Шоу. Блин, он нам Биг Бут делает. Хэдбат еще. Никогда не видел, что Биг Шоу делал хэдбат. Ой, не вовремя нажал я на смешечку. Блин, не удается мне полностью обработку сделать Гробовщика. С колена в нос удается. И DDT. Еще мелочиться, возьмем стул. Нравится мне, как Гробовщик вылезает. Можно ли нам стульями пользоваться? Вот вопрос. Блять, что я сделал? Меня дисквалифицировали. Какого хера? Сделай. Блин, да это унизительно для Undertaker. Я бы на его месте сделал какой-нибудь last ride на этому рефери. Ну, нажмем рематч. Какого хера, потому что не должно быть так. На, сразу. Ах ты, ёпта, какой шустрый. Хотел я ему сделать Big Boot, но Рей на меня напрыгнул. Словно охотник за Гробовщиками. Блин, снова он на меня набрасывается, по лицу бьет. Надо вставать, что-то здесь не то. Наша команда явно сильнее, блин, почему мы проигрываем? Потому что я говенно играю, наверное. Снова, блин, Ремистерио прыгает. Блин, я думал, что хуже реверсов Сины нет ничего. Но оказывается есть. Вот такая тебе пауэрбомб при Ремистерио. Нечего, блин, на меня прыгать. У него сигнатура, нужно его немножечко опасаться. Черт. Ладно, Сина, на. Иди разбирайся с... Эй, ты че, маленький шалун? На тебе, фейсбастер. Допрыгался. А ты че? Эй. Блин, судья, хочу херануть. На тебе. Слабак, упал с какого-то касания плечом. Дропкик. Исполнение Мистерио. Биг Шоу там свои пакли тянет куда-то. Оп. Как мы умеем. Да ёпты. На тебе еще одну пауэрбомб. Мало что ли? И снова нас ногами отталкивает. Да что же за такой реверсирующий Рей Мистерио? Прям действительно хуже. Ну точнее, ну да, хуже Джона Сина. Сегодня, наверное, он будет реверсировать больше, чем сам я. Блин, снова дропкик. Да что ты будешь делать-то? Ариш Вип. Да блин, хурикан и удержание. Ну, мы возле канатов находились. Блин, у него есть финишер, но блин, жаль, нам стульями нельзя биться. Я бы сейчас как херанул по лобарю. О, попался у нас Мистерио. Да блин, меня отпустите. Да ты, да вы че? Держи, держи. На, вроде удалось что-то сделать. Сейчас будет бросок этот опять. Вот так вот. И пропал финишер, видимо, Рэй Мистерио. Это хорошо. Ну, для меня хорошо. Вы, может быть, хотели увидеть сексуальный найн или еще что-то. Да вот и нет. Че это? Ну ладно. Джон Сина пинает невидимых людишек. Литл Джимми, наверное. Ну так, клинч вступили. Я выиграл борьбу. Блин, почему тут неудобно, блин, на решвипе эти делать? На. Да, блин, что ты, бульдог? Как-то, блин, не получается. И это все еще сложность. Точнее, не все еще. Я всегда на харде стараюсь играть. На сложности. Только если, конечно, не попросили на легенде.
Но я вам говорю, что реально на харде сложнее играть, чем на легенде. На харде, блин, столько реверсов этих. Просто бесит. Хотя в настройках я посмотрел, там есть пункт количество реверсов. То есть их может быть мало, может вообще, по-моему, выключить. Но я не знаю. Ну, там есть пункт, действительно, много реверсов или мало. Так что, если вас бесит, что реверсирует постоянно, то можете сделать поменьше. Но я не делаю, потому что, ну, не знаю, не хочется, пускай будет как будет. Вот, чокслэм, мстим или не мстим. Да, удачный чокслэм, и месть совершена. А ты чё? Вот, выбрасываем Рэй Мистерио, поднимаем Биг Шоу, но он сам вставал, ну ладно. И сделаем ему Last Ride. Он реверсирует. Арм Драк нам, видимо, сделал. Ну, вторая попытка, окей. Видимо, удачная. Бах, Last Ride. И делаем удержание. Не дается Биг Шоу нам просто так сделать ему удержание. Биг Бут зато удачный, и тогда передадим тег Джону Сине. Эй, хорош там завлекать зрителей. Пора гасить Биг Шоу. Ждем, пока он встанет. Сейчас по-любому будет маленький глюк. Нет, я думал, Сина опять полетит за... Ну, полетит на Биг Шоу, держа его за шею, и как бы некбрейкер или что там сделает. Но нет, все-таки он сделал другое, и у нас есть возможность сделать ему... Нет, нет у нас опять возможности. Я думал сделать ему Five Knuckle Shackle. Или не получится. Или что там стоит на сигнатуре у Сины, я не знаю. Так, вот сейчас попробую. Да. Видимо, удачная попытка. Five Knuckle Shackle. Отлично, Five Knuckle Shuffle. И AA сейчас, наверное, будет. Вроде бы удачная, Биг Шоу. Ой, Гробовщик побежал гасить Мистерию. И... Почему в ту сторону, блин? Черт, не то. Чуть-чуть. Ну ладно, вот теперь делаем держание. Раз, два, три. Смотрите, а. Биг Шоу вырывается. Я думал, помешал нам Мистерию, но нет. Это Биг Шоу вырвался. Так, у нас есть сигнатура. Делаю я ее Гробовщиком. То есть чокслэм, видимо, еще один будет. Или Last Ride, может быть. Но нет, Last Ride это финишер. Чокслэм, отлично. И избавляемся от Мистерио. И делаем Hell's Gate Биг Шоу. Такие вот врата ада. Сдается Биг Шоу, и мы побеждаем сегодня. Победил команда Андертекера и Джона Сины. Ну, короче, я не знаю. Вроде нормальный матч, хоть и переиграл я его. Но, короче, 1-1, если уж так смотреть по командам. В общем, нормальный матч получился. Всем спасибо за просмотр. Всем покеда.